Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот один из предпринимателей задал вопрос по поводу оплаты выполненных работ. Да, Московский тракт. Да. А почему вы с ними не заключили договоров первое, и почему до сих пор ничего им не заплатили? По предоставленной технике, по данному предприятию, документы все подписаны. Размерите, пожалуйста, к себе. Да. Документы все подписаны, акты выполненных работ и маршрутные листы, путевые листы. Они предоставляли данное предприятие технику на вывозку мусора. Подписаны. Сейчас вопрос только в доведении лимитов и сразу будет оплачен. Как нету денег? А мы кому деньги-то давали? В области же давали деньги. Деньги-то все в области есть? Ну, так а почему вы его не перечисляете в регион? Не видели что? Документов на, по лимитам. По лимитам. Нет. То есть от них не видели? Да. Ну, а почему губернатор не видел ваших документов? Они у вас есть, но он их не видел. Документы есть и... Они есть у вас или их еще нет? Есть, Владимир Владимирович. Ну, как вас зовут? Александр Викторович. Александр Викторович. Люди работали в самый тяжелый момент, правда? Мусор вытаскивали там, разгребали эти завалы и так далее. Ну, мы деньги перечислили в полном объеме. Все, что нужно было, все, что зафиксировали здесь все вместе, вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Значит, вы говорите, документы есть. А губернатор говорит, что он их не видел. А люди сидят там без денег. Это же непорядок. Это, вы знаете, это... Ну, я думаю, что это ну, явное проявление некомпетентности. Если мы также будем решать вопрос с жильем для людей, то нам спасибо за это не скажут. Я вас прошу, как можно быстрее закончить эту работу, представить соответствующие документы губернатору. Сергей Георгиевич, я вас прошу, как можно быстрее направить туда эти средства. Посмотрим сегодня же.